Брошь, пожалуй, самый древний вид украшений. Раньше она была примитивным приспособлением для скрепления одежды. Сегодня это оригинальный, изысканный аксессуар, подходящий к любому образу. Именно поэтому такой предмет привлекает внимание коллекционеров и посетителей музеев. Исторические броши, представленные на витринах, не продаются. Некоторые из них никогда не выставлялись публике. На выставке есть украшения и с необычной историей. Одно из таких – брошь, сделанная в Париже в 1910 году. Весь мир смотрит мюзикл «Я и король», «Катя и принц», «Я и король Сиам». На самом деле это история одной семьи, это история Екатерины Десницкой, которая в 909 году выйдет замуж за брата наследного принца королевства Сиам, уедет в Таиланд, родит там сына. После рождения сына Екатерина Десницкая получит драгоценности от супруга, в том числе и брошь, представленную на выставке. Все украшения дворянки хранятся у свекрови до совершеннолетия ее сына. Затем Чула женится на англичанке и подарит ей то самое украшение. Подарит ей украшение со словами: «Я не знаю никого более достойного, рожденного в сентябре, кому подойдут эти черные опалы в платье». На выставке более 26 брошей, от очень дорогих до обыкновенных, маленькие и большие. Они отражают все, что происходило в мире с брошами и что с ними происходит. Больше половины коллекции – украшения, произведенные в России. Дарья Кульбакина, Михаил Городников. Время новостей.